финальный поединок Гран-при Prime Selection в легчайшем весе. В синем углу ринга боец, ему 25 лет, рост 180 сантиметров, вес 60 килограммов 900 граммов. Чемпион турнира в Кунг-Лун Файт. Профессиональный рекорд бойца. 8 боев, 7 побед и 1 поражение. Из города Караганда, Нурберген Шарипов! А в красном углу ринга его соперник. Бойцу 24 года, рост 175 сантиметров, вес 60 килограммов 900 граммов. Чемпион всероссийского турнира по ММА. Профессиональный рекорд бойца. 7 боев, 6 побед и 1 поражение. Из Нальчика, Россия, Асланбек Харов! Рокеры в ринге, Рамазан Гаджиев. Очень интересная пара в синем углу. Нурберген Шарипов, ему 25 лет, 180 сантиметров его рост. Он сам представитель Казахстана из города Караганда. Рекорд у него на сегодня 7-1. Он является мастером спорта по, ну, такой казахской версии ММА, Жек-Пежек. Вот. Это не промоушен, а именно вид спорта. Также он чемпион Казахстана по панкратиону и боевому самбо. Побеждал в таких организациях, как Real Fighter Япония и Kunlun Fight Китай. Выступает за клуб Абадан, город Караганда. Секундирует его основатель клуба Нурлан Калкаев. А соперник у него также молодой, но уже достаточно опытный спортсмен, Аслабек Каров. 175 сантиметров его рост, 69 килограмм – это общая весовая категория. Одинаково они показали вес, 69, 24 года ему. И он представитель известной здесь, на юге России, кабардинской школы смешанных единоборств. Известна она в первую очередь своим славным клубом «Гладиатор», который он и представляет. Он мастер спорта по боевому самбо, чемпион Кабардино-Балкарской республики по ММА, победитель всероссийского турнира имени Кокова. Его тренеры — это Мартин Афашагов и Артур Хашукоев. Спарринг-партнеры — Альберт Джапуев, чемпион АФС Екатеринбургской лиги ММА. Также Беслан Афашагов и Азамат Кирепов, который был победителем этого гран-при в прошлом году. Чувствуется, что бойцы действительно готовы к поединку. Они показывают, они прошли серьезный путь к этому финалу. Каждый из них уже побеждал хороших, сильных соперников. Действительно, это ночь чемпионов начинается с бойцов, которые достойны, действительно достойны этого титула. Это чемпионы, однако кто-то из них сегодня останется с приставкой «вице-чемпион», а кто-то будет владеть этой формулировкой, этим гордым словом «чемпион» в полной мере. Очень хорошо, уверенно чувствуют себя в ударной технике спортсмены, чувствуется очень жесткий тонаж у них ударов. Действительно уже зрелые, хорошие спортсмены, в среднем умеющие все, и бить, и бороться, имеющие опыт выступления на международной арене. Kunlun Fight на сегодня — это промоушен номер один в Китае, единственный такого уровня международный промоушен в Китае. И победителем там боев был Шарипов из Казахстана. Взята спина, сейчас, скорее всего, будет перевод. Осталось только зацепить. А нет. Интересно, при таком хорошем захвате все-таки не смог перевести боец Казахстана. И сейчас, возможно, ослабил захват Асланбек, и сейчас, возможно, сам сделал перевод. Однако позиция для этого, конечно, не самая удачная. Что-то мне подсказывает, что переводы не будет самым частым приемом, используемым этими бойцами. Что в этом раунде, что, наверное, во всем поединке. Скорее всего, все-таки точность попаданий и хорошее передвижение — это залог победы сегодня для обоих. Попадает много, бьют много, есть зацеп, очень хороший, зацепил ногу, Асланбек перевел, кажется, спортсмена в партер.
Работает по корпусу. Посмотрим, сможет ли обойти ноги. Так или иначе, как он записал на свой счет этот перевод. Единственное, что заметим, что по правилам организации перевод приравнивается к одному тоннажному хорошему попаданию удару. То есть он не ценится больше, чем просто хорошее попадание. Но, тем не менее, казалось бы, всего первый раунд можно было бы каким-то образом пойти, заниматься в первую очередь разведкой. Нет, все 5 минут отработаны на одном дыхании в очень хорошем ритме. Есть ощущение, что он был чуть успешнее. Поэтому выходит на второй раунд с определенным преимуществом. Ну, однако в смешных единоборствах меняется все очень быстро. Посмотрим, что произойдет во втором. Ага. Классический такой сендаистский вариант. Подхват удара ноги с разворота в голову. Так называемый Ширамаваши в японской терминологии. Подхват и перевод, бросок. Не получился, может быть, особенно амплитудным, но, тем не менее, балл записан. Казахстанский боец идет вперед. Чувствуется, что духа для настоящего боя, поединка хватает обоим. Больше выдергивает на себя представителя Кабардино-Балкарии Асланбек Каров. Встал в левшу. Было одно четкое попадание. Однако казахский спортсмен тоже вполне себе показывает, что готов попадать, наносить существенные удары. Не знаю, насколько это передается звуком, но шлепки от ударов, кажется, разносятся по всему Краснодарскому краю. Ну, это не очень большое привлечение. Действительно, там наш ударов довольно серьезный. Попытка прохода от казахстанского спортсмена неподготовленная, поэтому, в общем-то, не получилось должным образом взять ноги. Такие проходы обычно подготавливаются ударами руками или просто блефом. Хороший удар то ли ногой, то ли коленом, но навстречу Асланбек очень удачно попадает с правой руки. Есть попадание джебом, достаточно жестким. Здесь джеб не является таким разведочным приемом. Здесь он вполне себе ударное оружие. Чуть замедлили спортсмены в плане ударов, но тем не менее скорость все равно высокая. Перевода сейчас, скорее всего, не будет, при том, что был взят захват, не та позиция. Для удара коленом вполне себе. Однако Асланбек чувствуется, хочет больше двигаться и атаковать руками в стойке. Работает на контратаках или работает навстречу. Однако вот сейчас сработал серию вперед. Представитель Казахстана, пожалуй, чувствует его преимущество и уже который раз пытается сблизиться и попробовать провести прием. Хороший жесткий удар с левой. Фронт-кик, довольно редкий удар в смешных единоборствах, но все чаще используемый в последнее время. Колено хорошее, жесткое. Чувствуется казахстанский спортсмен, имеет еще силы, вполне себе готов драться. Возможно, сейчас немножко эмоционален,
Вот, но, пожалуй, сегодня, как никогда, ему стоит драться, потому что ставки очень высоки, и разница между победителем и проигравшим действительно видна. Чемпионский пояс стоит того, чтобы сжигать все силы, которые есть. Еще одна попытка прохода, и, кстати, удачная. Не сколько удачный был сам проход, сколько получилось обыграть защиту от этого прохода и зайти сначала вроде бы за спину, но все-таки в итоге в гард. Попытка приема Кимура, но 10 секунд, скорее всего, сейчас уже ничего не будет. Концовка. Вот хороший вариант для рычага локтя. Будет ли проводить? Нет, уже не успеет. Концовка в турнирах Тикреп достаточно хорошо оценивается. Третий финальный раунд. Но несмотря на то, что они профессионалы, действительно чувствуется уже и эмоция, которая является, наверное, необходимой составляющей по-настоящему ярких боев. Получается перевод у представителя Республики Казахстан Нурбергена Шарипова. Занимает позицию сверху второй раз в сегодняшнем поединке. И уже, казалось бы, преодолел охрану. Так называется позиция. Ну, видимо, было попадание в пах, или почему-то судья останавливает. Но так или иначе, Аслабек, в принципе, и сам уже встал из этой позиции. И пробует решить все жесткими ударами с рук. Тактика у Асланбека примерно та же. Однако вот есть попытка перевода, чего до этого всерьез я в этом поединке не замечал. Не очень понимаю, за что было дано замечание. Ну, как мне подсказывает главный судья соревнований, смысл в захвате шорт. То есть предупреждение было за захват, за шорты соперника. Это не дает никаких штрафных баллов. Но, тем не менее, бой был остановлен. Очень здорово подхватывает спину Нурбергер Шарипов. И снова оказывается в позиции, сидя на одной ноге. Сможет ли он улучшить позицию, зайти сбоку, возможно, сесть в маунт на живот соперника. Сейчас мы это увидим. Но, в общем-то, ему для победы нужно сейчас действительно показывать многое. А лучше побеждать досрочно. Так как сегодня бои проходят в ринге, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов при выпадении из силы площади, рефери перевел поединок на центр ринга, где он и продолжается. Асланбек Каров несколько улучшил позицию и пока блокирует практически все попытки себя атаковать. Некоторые удары проходят, но таких ударов, которые могли бы принести досрочную победу, я пока не вижу. Ведь руки прижаты, нет возможности вкладывать корпус. Чувствуется, что Асланбек не хочет просто отлеживаться, а ищет ищет момент для того, чтобы встать. Пытается улучшить позицию, но, тем не менее, видимо, усталость сказывается. И Нурберген Шарипов садится в положение маунт. А это уже очень серьезно. Будет ли у Казахстана сегодня свой победитель гран-при? Сейчас этот вопрос действительно витает в воздухе. И решается это все именно сейчас, за минуту 30 до окончания этого поединка. Также сейчас перемещены спортсмены головой в центр. Логично для этого положения. Очень интересно, будет ли пробовать делать, к примеру, рычаг локтя. Да, есть попытка сделать треугольник, и она может быть вполне успешной.
скорее всего, сейчас будет удушающий захват. Треугольник-то взят. Вот это да. Вот это да. Есть сдача. Вот это да. Наши поздравления бойцу из Казахстана. Совершенно неожиданно. Ну, давайте честно скажем, проигрывая по ходу поединка, собраться с духом и забрать Казахстан чемпионский пояс победителя международного гран-при Prime Selection. Поздравляю обоих. Победу держал боец Сингуренко Нуберген Шарипов. Наши поздравления и благодарность обоим спортсменам. With the gangster lean, 6-4 with the gangster lean, 6-4 with the gangster lean.